Ну, придется рассказывать. Юра Каспарян, например, гитарист группы «Кино». Что, грязей-то он? Конечно. Ну, он очень веселый. Он очень любит вечеринки, девушек. И развлечения. Игорь Тихомиров из группы «Кино» и также из группы «Джунгли». Вот. Тоже очень веселый, но очень рвачащий. Бас тут. Всегда. Ну, и очень обязательный. Вот. Густав. Да, я забыл сказать, что все сумасшедшие. Густав — это самый главный сумасшедший. Но является законодателем мод и идеологом авангардистским. То есть мы находимся с ним все время в некотором конфликте, потому что он считает, что все это уже немножко не модно. Он очень модный. Вот. Ну и тоже сумасшедший, очень любит сидеть дома и рисовать картины, слушать музыку, устраивать вечеринки и развлекаться. Вот. Но остальные тоже, я тоже очень люблю развлечения. И что еще? В общем, тоже люблю развлечения.